Детские лагеря отдыха открывают сезон, а вот лагерь «Пламя» в Томской области, наоборот, закрылся. Часть объектов здесь неожиданно для арендатора отсудила мэрия. Но наниматель уверяет, за 15 лет пользования он выкупил соцобъект. И городские власти забрали у него имущество незаконно. Мэрия не выходит на контакт с бывшим арендатором, но увидеться с ним чиновникам все-таки придется. Предприниматель подал на администрацию в суд, увидев в ее действиях коммерческий интерес. Как долго продлится судебная тяжба, неизвестно.